Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал PH4 Games. И мы с вами продолжаем. Так, и нам тут надо пролезть. Ну ладно, полезли. Ага. Снова люди Роберта. Много? Откуда вижу? Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Ага. Охренеть. Нас уже ждут. Всем уделись за эту работу. Так, их парочка. Теперь-то что? Надо рассредоточиться и не дать тоже. Им проскочить. Так, пока нельзя, мы не можем идти. Опа, Тесс уже поперла. А, что, ножичком пронула? Все, пустила кровь. Так, ладно, будем по стелсу действовать. Я хотел второго забрать, но топал, ладно. Так, так, он там стоит, да, нам в здание давайте посмотрим, что там внутри. Пошли. Или кто там внутри. Много ли их? Вот один. Ушел. Я был тут, на Джордан-стрит, и вдруг появились солдаты. Ой, их там двое. Давайте подождем его. Тебе один, мне другой. Да? Как-то. Не-не-не-не, палево будет. Пускай сюда зайдет. Где туда? Ну он должен зайти же, нет? А, отвернулся. Хочет мир спасти, придурок. А, пробуем этого забрать. Тихо. Слышь, мужик, ну уйди от него, гад! Ну, ты же сказал, что он твой будет. О, блин, все, шухи подняли. Убежал. Сейчас подзовет там братков. Один твой, другой мой. Ага. Так, фоторежим нам не нужен. Блин. Выход. Выход сказал. О-о-о-о. А чего у вас такое, ребята, здесь много-то, а? Я вижу, ты там зашкерился же. Может добежать? Может, до него добегу? Блин, надо вырубить его. Нет. Зашел! Ну и боевка-то агрессивность. Чёрт, это разработчики-то те же. Да, парнишка. Подружки нам отдай. Понеслась. Найс. Есть еще жевач? Пригодится. Да. Спасибо. Так, нам подлечиться надо. Срочно. Давай осмотримся. Так, так, так. Так, там что-то лежит. Фонарик выключи. Настройки сейчас я отключу этот фоторежим. Так, у тебя, браток, ничего не выпало? Так, что это? Нет места. Нужен ключ, понятно. Кто-то еще остался, значит. Ну, тади. Так, 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 это что там? А где, кто остался-то? А, может, трупы обыскать? Ты не бегаешь, но... Так, ну этого явно нет. Тут, а... Ну, только если те... А, вот он, блин. Хватай. Все. Так, там уже крафтить же что-то. Так, артефакт. Выбрать плакат, записки, ключ. Медальные учебники. Ладно, пока что ничего нельзя. Ну, сим-сим, откройся. О-о-о. Здесь еще. Все припасы под замком. Давай еще раз а, можно пойдем. Их отвлекать до бутылкой кидается. А как же Роберт? С кем он сегодня останется? Этот псих боится быть один. Откуда?
Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Что это? Да, я слышал. Будь начеку. Блин, их там трое. Я их думал двое, но один отойдет, я проскочу. Оказалось, нет. А что они замерли-то? Пошли посмотрели бы. Не хотите? Ну как хотите. Прикрой меня! Ту... Опа, опа, опа. Сейчас мы ему здесь челюсть сломаем. Черепок проломим. Заходи. Ты, сукин сын! Давай, давай, разомнемся! Не готов, я... Ты что с почка падла стреляешь-то? Джет боятся. Все, Джой, все в порядке? Нам еще один, да? Куда он делся? Зашкирился, что ли? Очко заигрывал, да? Так, у вас патрушек нету, что ли? Пять бутылки они. Все, можно покидаться бутылками. Ну да, покажись. Куда он убежал? О, нет. А, маля, тут... Вон они. Целая фабрика, блин. По производству чего-то. Хотел по башке ему. Тихо, почему? Захват не сработал. Приходим. Да, не-не-не-не-не. Ты что, не видишь, что ли? Сзади подходит же. Отдыхал. Черепок. Отлично. А птичка, птичка есть? Птички нет. А там же где-то валялась. Ладно. Найдем еще вот. Тихо, тихо. Пока все чисто. Чисто. Что-то ли есть? О, ножичек. Теперь будем годким резать, да? Ладно, забирай. О, какой грузом-то одел. Добро, забирай. О, аптечка. Можно подлекаться. Перевязаться. Так, мы внизу, что ли? Где он? Блин, кругами бегали. Спускайся вниз, небось. Кусок говна. Спустился. А теперь держи петлю. Нормально. Опа, опа. Падай. Ох, лежать. Все. Нужно было взять больше людей. Лишняя морока. Пролазь. Быстрее, быстрее, быстрее. Малин. О-ху-ху. Он отходит. Вот ты нам и нужен, да? Нормально, у тебя тут людей-то, блин. Живой пока, ублюдок. Пока. Ну все, пошли. Пока живой. И тихо. Здесь будем все по остался делать. Если получится. Давайте по-тихому. Их тут полно. Да я вижу, что полно. Крысы бегают, блин. Надеюсь, он хоть сдержит слово. Ой, тихо, 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 тихо. Спятил. Идти за стену. Тихо. Тихо, тихо, братан! Да все нормально, я тебя бывать не бью. Поспи немножко. О, кирпич. А кирпичом-то можно черепок проломить. Здесь никого.
сюда не пройти. Здесь не пройти. Значит, нам туда, да? Еще один кирпич. Опа-опа-опа. Блин. Ой. Нормально, нормально. О, нас спалили. Душу, блин. Быстрее. Тихо. О, блин, а вот здесь... Тихо, шкирс, контейнер. Что, постреляем, что ли? Кто живой что-то? Сзади? Блин, на кого орёшь-то, блядь? О, прибежали. Помогай! Падла, стреляй от них. Птичков нету. Где он там? Берегись! О! О! А чё ты, чё, у меня шурка не махаешь? Вот. Мозгичица. О, бита. Ну как бита палка обычно, да. Подружки? Да, они самые. Похоже, Роберт спрятался в этом офисе. Да? Пошли. О, птичка. Давайте быстро перебинтуемся. Роберт, ты нас ждешь? Ну явно слышал уже, что у вас. Ну да, ждет. А ну назад! Мы хотим поговорить! Идите нахер с такими разговорами! Убери пушку! Да, убери нахер пушку, пошли. Спокойно поговорим, или... Удирает! Удирает? Роберт! Ну, давай, побегаем. Сюда! Опа, нормально. Да не убежишь, блин. А ну стой. Так, ты куда? Сюда, да? Не сюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай. Прибежал. Ну ты чего попал? Привет, Роберт. Ты серьезно попал? Ты хотел с Тессу убить, да, насчет? Отправил людей там, отправил за ней. Ну что ты? О-хо-хо-хо. Злопамятная она. Охереть, по колено что ли? Мы скучали. Слушай, что бы там про меня ни наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. Скажи нам, где пушки? Да. Да, да. Тут есть проблема. Проблема? Стойте, ну, послушайте. Проблемы меня. Решаются. Я просто... А, черт. Черт. Стой, стой, стой! Хорош орать. Говори. Ой, ну сломали. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. Угу. Да ладно, у кого пушки? Не могу. Вот это зря. А, еще и руку сломали. Где наши пушки? Он умеет, однако, пытать. Они у цикад. Ага. Я продал их цикадам. Ну, логично, кому что? Еще-то? Не военным же. Эй, их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. И пушки наши. Что скажете? Мы? Ну что? Перебьем этих лохов. Нам расплюнуть. Это плохая идея. Охереть. Да. Злопамятная девица. Ну, что дальше? Пойдем выручать товар. Как? Не знаю. А цикадам, что ли? Необъясним им. Осталось только на них выйти. Угу. Это будет несложно. Ну вот. О, это не ее пока там был. Зачем? А точно, вроде похоже.
паршиво выглядишь. Разыскивается там, бла-бла-бла. Где раненая. Роберт? Ну, вот он тут валяется, отдыхает. Он был нужен живым. Пушки, что он продал, они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Хочешь забрать? Поработай. Поработай? Что, он нанимает нас? И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Верну ваши пушки, даже больше. Угу. Заманчиво. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Мне опа. Пора. Решайте. Военные ж люди. Нам нужны эти пушки. За мной. Let's go. Нужно о, уходить. Точно, военные. Быстрее, быстрее. Бежим. Не надо никого пускать. Сделку? Пошли. Бегом, бежим, бежим, бегом. Я знаю, где можно обойти. Где, здесь что ли? Или наверх? Наверх. Тихо, двигайся. Походу тебя немножко поцарапали там, да? Вот бодрячком так держишься. Так, мы на крышу ночью, да, двигаемся. Ну да. Охереть. У-ху. Ни хрена себе. Ага. Это твои люди? Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Сюда. Да, солнце садится уже. Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось. Мы пытаемся защищаться. Куда? Сюда? О. Забираемся. По карманам раскидали. Есть еще что-нибудь? Нету. Так, открывай. Или поможете? Сама откроешь? Джоэл, помоги мне. Ну, ладно, да, поможем. Ну, напряглись. Все. Эй, как ты? Выживу. Да, бодрячком, нормально держится. Что там, гости? О, да. Стойте, солдаты. Вон выход, дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадемся тихо. Хотя знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Все, пошли. Ну ладно. Попробуем. Нужно добраться по-тихо. До двери. Ну да, нормально пилить. Перевозь быстрее. А, нам туда, на наверх. Там не пройти. Блин. Он браток стоит. Этот мой. Ну так не щелкай клювом. О, с этой кожи. Кирпич, иди сюда. Он браток стоит. Он сейчас зайдет. Тихо, держу. Иди сюда. Тихо, все, тихо, все, тихо, 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 тихо. Не шуми. Ой. Все, хватит, хватит. Полежи, отдохни здесь. Ага. Так. О, здесь вот есть. Забираем все добро. Там что-то тоже было. А мы кирпич-то взяли? Нет? Блин. Вон, бутылку взять-то. Тихо, блин.
Сегодня их много. Да не говори. Опа. Не глупо. Тихо. Бэ-бэшки бою. Впечатляет. Ага. Вот так кипич. Так, чисто. Опа-па. Ты нас не видел, да? Тихо, девчонки. Не палитесь. Так, на, поближе. Опа, еще один. Малин, трое их тут. Как-то надо сначала того нам. О, щит. Нет. Ты там? Покажи. Идут. Ну, сюда. Все. Иди сюда. Тут там пока далековато. Так. Сейчас мы выскакиваем так. Упай. Блин. О, молодец. Бита. Окей. Где он? Не, бля. Все. Ну, немножко спалились. Ничего страшного. Уже недалеко. Так, тука, не, надо нам. Мы вроде добрались до этого места. Надо. Скорее нам сюда. Так, баррикады. Куда мы идем, Марлин? За мной. Уже близко. Угу. Ну, идем. Пусто. Ты как? Силы на исходе, но я справлюсь. Выход. А где вход? Уже близко. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Что выносим-то? Я покажу. Так, чужо столовое. Пошли. Джоэл, помоги мне. Ну, моя плохо, я вообще стала. Отвали от нее! Эй! О-хо-хо. Отпусти! Ага. Что, уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт, что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли. Элли. Другого шанса не будет. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, контрабанда. Не ближний свет. Провести ее. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Угу. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, ты я что? На это не подпишу. Я сейчас Элли. Пойду! Ты их знаешь? Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Дядя Томми. Уже после того, как бросил с вами партизанить. Он и тебя бросил. Наш младший брат. Он был мне другом. Томми. Куда он делся? Как был? Он что, умер? Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Угу. Марлин. Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Да, солнце тоже садится вообще. А ты за мной. Закат там. Пошли.
Патра же не видно. Ну или пойдем прогуляемся, что ли? Давай знакомиться. Молчаливая, да? Как она от нас шарахается-то. Ну да, она нам еще нас не доверяет нам, да? Ну ладно, ладно. Ого. Я слышала стрельбу. Ну да. Что случилось? Цикады. Что там? Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Не будем мы его. Ты же профи. Я просто иду за тобой. Ну ладно, идем. Точнее, бежим. Опа. Куда? Ты идешь? Сюда. Ты бежишь? Бежит. Поживей. Опа. Надо здесь лучше прыгнуться. Комендантский час там все-таки начался. Опа, тули гоняют, военные. Какие братства. Пройти сюда. Бежим. Вроде чисто. Куда мы идем? Сюда. Так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? Погоди минуту. Ага. Все понятно. Где его сюда? Припаркуем. Все, полезли. Так, а ты там залезешь? Или руку подать? Ну или прыг-скок, нет? Че? Стесняется, не лезет. Ну, горшу с девчонка-то. Ну ладно, хорошо. Так, туда нельзя. Сюда. Да. Типа контрабанду? Иногда. А детей водил? Нет, это первый раз. Че же за допрос? Ну, так, понятно, что за дела у тебя с Марлин? Ну, мы... вроде как дружим. Дружите? Глава ЦКАД подружка твоя? Тебе сколько? Лет 12? Вау, как она красиво. Знала мою маму, и она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще 14. Разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли. Умерли давно. Сиротка. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично! Супер. Вот и поговорили. О, так стена тут рядышком. А, мы пришли уже. Пришли. Ну, точно пришли. Убежище, да, здесь. Передохнуть можно, да? Переночевать, да? Чего разлегся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Располагайся, будь как дома. Но не забывай, что ты в гостях. Часы разбились. Это же часы, которые Сара подарила. Маля. О, уже ночь настала. Куда? Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмар. О, дождик поливает. Да, я тоже. Да, ночь настала. Пасмурно стало. Я еще не бывала так близко. Граница. Граница. Стена, блин. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще ты нужна цикадам? Эй, о, простите, что задержались. Вернулась. Проклятые солдаты. Как Марлин.
Жить будет. Ну, как товар? Я видела товар. Много. Много? Угу. Готов? Очень много. Да. Идем. А что, лампу не будете брать? Ну ладно. И куда идем? Тебе не кажется странным, что Марлин выбрала нас? Она хотела отвезти девочку сама. Мы же контрабандисты там, дурам они. Контрабандой занимаемся. У нее мало людей. Умеем протаскивать все здесь. Надеюсь. Все проходы знаем. Какой шикарный дождик-то, а. Как он так? Все стекает. Грохочет там. О. Идем. Ну-ка, поднеси. Что здесь? А, генератор. Нам его завести надо, да? А как? Вот так. А, понятно. О, пошел процесс. Все. Да будет свет. Сказали мы. Нет? Не будет света? Ладно, спускаемся или поднимаемся. Да, она тут сказала, спускаемся. Пока подниматься там так наверху. Из другого города. Большая честь. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Типа того. А долго нам еще идти? Темнота. Если все пойдет по плану, мы дойдем через пару часов. Ну, какие у них тут лазейки там, блин, прокопали, блин. И делай, что скажут. Да. Лестница. Конечно. Наверх. Лезь, посмотри, что наверху. Окей, сейчас гляну. Стойте, впереди патруль. Угу. Ну все. Ушли, вылезайте. Давай, Элли. Осторожней. Дочь, конечно, не радует. Да. Охренеть. Поливает, как из ведра. С кордоном. О, точно, мы за стеной. Да, шикарно, шикарно. Ну, а мы, друзья, на этом-то остановимся. И будем продолжать следующую серию. Так что подписывайтесь на наш канал PS4 Games, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.